Так, всем привет, это у нас Gadget X. Компания Ulefone представила новый недорогой смартфон S7. Среди прочих бюджетных аппаратов он выделяется наличием двойной камеры и необычным дизайном. Задняя крышка имеет текстурированную поверхность и доступна в нескольких ярких цветах, таких как бирюзовый, красный, синий, золотистый и классический черный. Новинки подойдет для нетребовательных ежедневных задач или в качестве первого смартфона для ребенка. Аппарат понравится тем, кому нужен компактный телефон. Он оснащен 5-дюймовым HD-дисплеем, который можно легко управлять одной рукой. Задняя крышка имеет изогнутую форму для лучшей эргономики, а текстурированная поверхность предотвращает выскальзывание аппарата из рук. Ulefone S7 получил двойную камеру с сенсорами на 8,5 мегапикселей. Вместе они позволяют делать фотографии с размытым фоном. Эффект боке, так называемый. На передней стороне расположилась 5-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеовызовов. В Ulefone S7 установлен 4-ядерный процессор MediaTek MT6580, 81 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 8 ГБ, выделенный аудиочип и аккумулятор емкостью на 2000 мАч. Ориентировочная стоимость Ulefone S7 составляет порядка 60 баксов.